Всем привет! Мы приехали в Подсити, подстригали парня косички. Так он переживает. Там вон девочку стригут, мопсика маленькую. Возможно, это Барнина невеста. Но, Барни, не переживай. Такой большой магазин тут. И тут сразу можно купить, помыться. Шампунька. Кстати, у нас вот такой вот. 17 евро стоит. Тут есть такая зона ожидания. Парни тот сидит, почти кайфует. Тут есть елочка такая. Барни, шарики есть. Будешь играть? Уже с Барничкой приехали домой. Хочу вам показать, как подстригли когти. Надо было, конечно, еще до заснять. Покажи. Все аккуратненько, красиво. Да, Барничка? Очень нам понравилось. Там была молодая девушка. Очень так аккуратно подстригла Барни. Естественно, я, конечно, там не стала снимать во время процесса, потому что Барничка давно не стриг ногти, потому что у него они всегда стачивались. Сейчас повыпадал снег, естественно, это все не стачивается. И вот я решила, что надо поехать. И ему сначала подстригли как ножницами, и потом такой штучкой зашлифовали. И вот так красиво, да. И Барничка себя хорошо вел. А еще там Барни. В этом два стола, и на втором столе стояла маленькая девочка-мопс, и ее вычесывали. Барни, слезинка надо убрать. И она все на Барничку заглядывалась, да, Барни? Скажи, я завидный жених, да, холостяк. Вот, так что очень рада, что мы съездили, подстригли коготки. А сейчас, Барни, сюрприз. Я купила Барни новую игрушку, сейчас вам тоже покажу. Вот такая, да, Барни, это твоя новая игрушечка. Давай покажем всем. Фирма, кому интересно. Да, 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 да. Вот такая игрушка в магазине в Кика. Тут еще. Вон. Интересно, Барни, тебе нравится? И сейчас еще в магазине Кика действует на игрушки минус 70% скидка. То есть эта игрушка мне обошлась всего в 3 евро. То есть вы понимаете, да? 3 евро? И сколько радости у ребенка. Там еще были, конечно, многие разные игрушки, но они были либо очень большие, либо похожие у Барни есть. А тут он может за эти вот браться и таскать по дому. Еще такой новогодний. Нравится? Будешь играться с ним? С мамой тебя отрежет, а то и будем играть, да? Будем играть? Я рада, что тебе нравится. Думаю, давно, Барни. Да, 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 пожалуйста, маленький, пожалуйста, пожалуйста. Я, Барни, давно игрушки не покупала. Плюс еще такой повод, да, хорошо себя вел. Даже та девушка сказала, что он у вас очень хорошо стоял, давал лапку. Нервничал, правда, но он у меня такой, Барничка, домашний. Ну, ну, хвостиком кто виляет? Ой, все, деловая колбасень. Деловая колбасень. Кто у мамы? Ну, а такой? Он крадется. Вечером будем играть, да? Вот так прошел наш сегодняшний день. Всем пока-пока, да? Любовь мамина. Пока-пока.